Продолжаем. Черноморский флот России начинает учения. Особое внимание на них будет уделено противодиверсионной обороне. Учения продлятся до 13 августа. Возглавит их главком ВМФ Владимир Королев. В маневрах примут участие свыше 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, а также вертолеты морской авиации. Моряки и морпехи выполнят учебные задачи по защите от подводных диверсантов одной из баз Черноморского флота. А тральщики проведут контрольный поиск мин и отработают их уничтожение.